Бедлей тут безопаснее, чем кажется. Стой, я пекарь. Учись! Чё ты ржёшь? Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Туши меня! А! Гад. Ещё меня и скинул, ну ты, блин. Так, сделай, пожалуйста, на паузу. Так, мы продолжаем. Давай первый. А, ну ладно, давай. А, ну да. Давай. То. Да, блин! Штюфт отпустил сначала. Поставь там блок, да и все. Я теперь прыгну. Поставил блок и сломал. Да, конечно. Да ладно, я по видео это посмотрю. Хорошо, давай. Опа. Я тебе честно говорю. То, что ты сдыхаешь. Ладно. Здесь вагонетки. А, кстати, вот и рельс. Вот эти рельсы, да. Пихаешь? Я спину зомби ударил. Я тоже. Что-то у меня все прогружается долго и лага. Я встал. О, я поехал. О, а вот, кстати, рельсы эти. Вон, лестница. Угу. Ты как так быстрее бегаешь меня? Учись у спортсмена. Спортсмен, ё-моё. Читак, а не спортсмен. Сюда иди. Так, ну чё здесь? Куда идешь? Ну ты молодец, конечно. Тут будешь стоять? Иди. Чёрник. По факелам. Жек, по факелам. По факелам. Ой, а куда факелы ушли? А, вот они. Так, вот здесь таблички. Твоя задача собрать 5 блоков губки, чтобы переправиться через... Чё? Через чё? Разрушенный мост. Я, короче, все это выкидываю, чтобы было все честно. А, у меня арбузики все. О, здесь бородавки. Ну, это я знаю. Так. Ладно, давай. Ищи. Давай, я пойду искать. Тупик. Ты чё со мной теряешь? Вихни. О, губка. Угу, вижу. Так. Там. Пик. Так, надо где-то губок найти. Губки, губки. Губочки. Лава. Лава. Ух. Ух. О, губка. Ты пэкайся ко мне. Так я на крышу залез. Ладно, стой. Вау, а здесь вниз падать. Там мы не перепрыгнем. О, свинозомби на меня уже не сердится. Ух ты ж, ё-моё. У меня 2 губки есть, у тебя сколько? А вот и разрушенный мост, у меня нету губок.
Ты все мои забрал. Че это? А, вон одна у меня. Так, я две поставил. Я две поставил. Ты еще одну подобрал? Ничего нет. О, я зомбаков буду спускать. Вичка, разбился. О, стой. Ты там стоишь? Ладно, не прыгай вниз. Уаху! Стрелка куда перепрыгнул? Уже не тпкается. Я вам тоже перепрыгну. А чё, нет? О, губка! Я упал. Норм, чё? О, губка! Спалилась. Вау! Сейчас случайно заметил. Так это вот моя, которую я сейчас разрушить хотел, я еще упал вниз. Ха-ха. Ну блин, какаш. Вач. Я ее хотел добыть. А-а-а. Иди ставь. У тебя сколько? У меня одна, я ее уже поставил. А-а-а-а-а-а-а. Сволочь. АФК. Три. А итак, мы продолжаем. И, кстати, я поставил уже 4 губки, и я уже допрыгнул туда. Я это допрыгал. Смотри, как надо. Смотри, как тебе надо отпихивать оттуда. Дай, дай. Фу! Фу! Блин, я хотел тебя спихнуть. Гадина. Чё, в какую сторону? Ой, там опять лава. Ух, я пролетел. Я пролетел. Ой. Мечтал в детстве стать космонавтом. Сейчас твоя мечта сбылась. Блин. О, я в это место тпкался. В портале. Пипец, космонавт. Какой уровень? 21. Ой. Ай. Угу. Отойди. Ага. Пекайся. Блин. Может, пекаться? Здесь посложнее будет. Ну? Прыгай. Прыгай. А, блин. Блин. Да, это смешно. Да. Да. Кстати, есть одна хорошая карта. Ну, сначала пройдем ту карту, а так сказать, элитную, с элитным человеком. Давай, прыгай, прыгай. Сейчас. Ты что смотришь? Космос засмотрелся. А. Слышишь, говорю. Сейчас пойдем сначала вот ту карту следующую, элитную, так сказать. С элитным человеком таким. Ну, каким-нибудь. Только не говори, про ком смей веду, это будет сюрприз для зрителей. А, сделай, пожалуйста, паузу. Окей. А, итак, мы продолжаем. А, ну и вот. А, мы вот там одну карту пройдем. А, и после этой карты. Ты прыгайся ко мне, включай гейм мод. Так, мы на каком были? И так, я вот на вот этом был. Так, блин. И после этого вот нам предложили еще одну карту пройти. Тоже на испытание, которое сейчас проходят. 3 Minutes, 1 Creepers, а потом Юзи и Эл. Такая очень-очень
жесткая карта. Там вроде в аду, да? Нет, там не в аду, там во всех измерениях. Там и в аду, и в раю, наверное. Ну, карта, наверное, как я понял, лицензионная, скорее всего, ее не один человек делал, а там целая эта. Орда. Да, я тебе потом. Вот посмотри, как L юзер. Ой, играет. Не топлю. Блин. Опять? Стой! Блин, включай геймод, вот взлетай. Так. Опять я сдох, сейчас ты пэкнусь. Мы не взлетим. Ну тогда уже на паузу мы подлетим туда. Окей. А итак, мы продолжаем. Мы прошли вот ее. Я тут бежал, чуть не шлепнул. Опа. О, да, давай, мы с тобой тпкались, помнишь? Угу. Чисто по случайке, все тпкался один раз. Так, у нас 21-й был, да? Угу. Так, 22-й. О, сейф. Сейф. Блин. О. Печеньки! Опять золото. А я-то быстрее. А ну что ты нажимаешь, чтобы все взять? Ctrl, Shift и правая кнопка. Так, что, это митро? Это была легкая сложность, пора перейти на среднюю. О, вагонетка. Сейчас я заведу, у меня просто... что написано? По дороге будут попадать таблички с цифрами. Запомни нечетные цифры. Ха! Нечетные. Ладно, давай. Я погнал. Угу. Ой, там скелет. 5. Нечетную. О-о-о. Так, 5. Циферка 5. 1. Ой, гуфрип. 9. 5-1-9. 4-3. Все. 5-1-9-4-3, да? 5-1-9-3 получается. А, да. Сколько получится, если сложить эти цифры? Какие там цифры? А, я забыл. А, 5-1-9-5-1-9-3. Вот так. Да, я сейчас посмотрю по видюхе просто. Продолжаем. Я вот недавно заметил то, что у меня очень тихо был микрофон. И кстати, вот... у меня идея. Давай, что? Ты тут постоишь. Давай, постоишь, а я сбегаю сначала первый. Посмотри. Ой, там лава. Так, я во вторую, можно? Там лава. Значит, третья. Ну ты вообще. Ой. О. Так. Как? О, у нас уже. Это было поржать. Да, это нереально пройти. Что делаешь? Я залазю наверх. А я по кактусу. Суровый мужик. Челябинский. Да. Так, джейл. Джейл. Тюрьма. Ой, темно. О, там сундук. А! Кто меня дал? Ой, скелет. Жека!